Мы дали вам колонку и микрофон, чтобы Жибека пела. Чтобы на всех соревнованиях мы могли, на наших соревнованиях, мы могли использовать эту колонку, эти микрофоны, чтобы вы тренировались с музыкой и с кайфом, чтобы все наши тренировки проходили в хорошем настроении и приносили удовольствие. В общем, для всех нужных нам вещей и ваших тренировок. Вам, Саватагай, держите, чтобы вас было слышно. Она Атамалар. Атамалар, мы же мы.